Всем привет, я Семен Чайка, и у меня запущен проект, краудфандинговый проект на планете, называется «Свое радио Семен Чайки». Мы уже собрали почти, там, без, по-моему, 5 тысяч, 1 700 000, осталось 300 тысяч, то есть 2 миллиона мы изыскиваем для строительства радиостанции. Вот студия, в которой сейчас мы это снимаем, это уже та самая студия, в которой будет работать радиостанция, начиная с сентября. Мы планируем запускаться в сентябре месяце. Сейчас тут ремонтные работы, и я очень счастлив от того, что мы можем это делать. Сейчас здесь пока все это выглядит так. В результате, конечно, все будет несколько иначе. Зато здесь уже есть акустика та самая, которая почти уже есть та самая акустика, которая нам нужна в результате. Вот что могу сказать. Очень полезное дело, краудфандинг, я вам скажу. Очень полезное. Выясняешь много интересных вещей. Сколько людей к тебе хорошо относятся, насколько они хорошо к тебе относятся и насколько они верят в тебя и в твой проект, эти самые люди, те, которые называются в краудфандинге акционерами. И таковых у нас сейчас уже 500. Это здорово. И вам скажу по секрету, я не ожидал, честно сказать, такой скорости, такого темпа, такого роста и таких неожиданных результатов. Мы надеялись, что у нас получится, но чтобы вот так, надежды даже не питали. Соответственно, полезное дело. Более того, скажу, точно знаю, что за 2 года планета собрала уже 100 миллионов рублей. Значит, эти 100 миллионов рублей идут исключительно на творческие, креативные, одухотворенные проекты. Это музыка, это книги, литература очень важна, это картины, это выставки, это вот радиостанции. Это все имеет прямое отношение к нашей с вами культуре. Соответственно, краудфандинг, соответственно, планета. Это очень культурное место, место, которое продвигает культуру в массы. Очень хотелось бы поздравить планету с таким результатом. 2 года и 100 миллионов собранных денег, причем пущенных не на водку, не на сигареты, не на какую-нибудь дрянь, а исключительно на нашу с вами, друзья мои, культуру. Поздравляем планету, поздравляем всех тех, кто это придумал, кто это делает. Всем привет, будьте здоровы.